Утро доброе. Вести Карачаево-Черкесия. С вами сегодня 28 августа. Обилие паутины в этот день предвещает, что зима будет морозной. Это по народным приметам. А вот что нам обещают синоптики, узнаем из фоток гидрометцентра. Но чуть позже, а пока время новостей. В зону специальной военной операции ребятам из Карачаевска отправлены 2 тонны гуманитарной помощи. Груз прибыл тщательно сформирован по заявкам военнослужащих. В него вошли медикаменты, одежда, оборудование, лопаты, кирки, газовые печки, саперные лопаты, продукты питания, средства личной гигиены, а также 1000 бутылок целебного нарзана. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов отметил, что работа по поддержке военнослужащих не прекращается ни на день. Конвой с гуманитарным грузом прибудет в ближайшие дни. Уверен, что горный родниковый напиток передаст тепло родной земли, поддержит здоровье наших бойцов и напомнит, что Родина заботится о них, верит и ждет их возвращения. Напомню, что гуманитарная помощь нашим военнослужащим, находящимся на передовой, регулярно отправляется с первых дней СВО. Вся работа ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по инициативе главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Уже направлено более 1000 тонн груза помощи в зону проведения спецоперации. В Черкесске на базе плавательного бассейна Северо-Кавказской академии прошли межрегиональные соревнования по плаванию среди команд МЧС России по СКФО. Цель мероприятия – достичь высокого уровня спортивного мастерства. Среди сотрудников МЧС в соревновании участвовали 36 спортсменов, представляющие 7 спортивных коллективов главных управлений МЧС России по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестану, Северной Осетии, Чечне, Республики Ингушетии. К собравшимся обратились временно исполняющие обязанности начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике и представители общества «Динамо». Среди участников как опытные спортсмены, так и новички свою физическую форму продемонстрировали и девушки, и мужчины в таких дисциплинах, как вольный стиль и эстафета. По итогам напряженной спортивной борьбы сильнейшими стали команды Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании и Кабардино-Балкарии. Победителей и призеров соревнований наградили кубками, медалями и почетными грамотами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, в горах плюс 7, плюс 12, днем плюс 27, плюс 32, и местами плюс 18, плюс 23 градуса. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 30, плюс 32 градуса. We'll be right back.